Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Рика. Успейте поставить лайк за 5 секунд, если вы хотите, чтобы у меня уже скоро закончился Zumo Deluxe. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы, ребята, что успели поставить лайк. Это у нас игра Zumo Deluxe. Мы продолжаем с вами играть вот в таком вот режиме, в режиме выживания. Как вы помните, что в прошлом видосике мы с вами дошли вот до этого. Интересно, и мне стало интересно, смогу ли я вот другие трассы вот и пройти. Но есть одна новость. В общем, дело в том, что... сейчас вот время, когда я сейчас снимаю видео, это 23 января. Вот это сейчас, когда я снимаю видео. Да, а вот 24 января будет мой день рождения. Это вообще как-то поприкольнее. Так что я вообще хотел в качестве подарка активность какую-то нанять. Активность какую-то в моих видосиках, чтобы хоть как-то стало немного популярнее, да. Что-то я еще было хотел сказать. И у меня еще такое ощущение, будто... будто еще можно и самолетики играть, и Герой Мечей и Магии, Повелитель Орды, да-да. Да, в общем, мы с вами начинаем. Почему они такие быстрые? Опа. Попал. Есть! А чё они такие быстрые? Ну ладно, у меня хотя бы лазерная указка есть, и... Вы мне ничего не сделаете, у меня есть лазерная указка. Да блин, у меня лазерная указка пропала, поэтому... Мы узнаем, до какой стадии я смогу пройти, и потом мы с вами начнем играть либо в самолетики, либо в Герой Меча и Магии, Повелителя Орды. О, фиолетовые пошли. Значит, сложность меняется.
Да блин, у меня же это все показано было. Хорошечно-то как. Вот так вот. Я на стадии игл, значит, я на второй стадии. Да блин. Надя. Хороши, что-то как. Yes. Уже жестко будет, потому что скоро будут серые шары. Знаете. Так. И теперь я на второй стадии. На третьей стадии. Я на стадии ягуара. Знаете, блин. О, уже серые пошли. Как-то так. Тебе. Да блин. Есть. На тебе, блин. Уже начнется. Вот нажмем. На тебе, блин. Назад. Прям. Ай, блин. До четвертой стадии. Неважно, в каких уровнях был. Неважно, в каком месте четвертой стадии мы
попадем, мы все равно доберемся хотя бы до начала четвертой стадии. Это бог солнца. Вот так, вот такие вот выстрелы надо делать, чтобы побольше очков набрать. Сейчас начнется, блин. Красиво, капец. Сейчас будет последний уровень. Вот это последний уровень третьей стадии. Мы перейдем на четвертую. На тебе! О, я добрался уже до четвертой стадии! Осталось тебе просто продержаться как можно дольше. На тебе, блин. Четвертой стадии они вообще не собираются. Все. Мне как. Капут. Все, так. Вот этот уровень мы тоже добрались до четвертой стадии, как вот это. Как вот на этом уровне. Спираль судьбы. В общем, это вообще как-то прикольно. Пожалуйста, короче, если кому-то понравилось добраться до четвертой стадии, пожалуйста, поставьте лайки, пожалуйста. Тем более, что у меня 24 января будет день рождения после этого видео, когда я снимаю уже 23 января. Это вообще как-то должно быть как-то приукрашивать, знаешь, это вообще как вообще во всех ютуберах. Мне еще многие как-то говорили, что многие популярные ютуберы, кроме снятия своих компьютерных игр, еще и как-то видеоклипы еще составляют, да. Я не знаю, какой клип я могу создать, но тем не менее, с помощью этого клипа я бы смог стать популярным ютубером. В общем, ребята, а на этом мы с вами заканчиваем. Ну что же, ребята, вам понравилась эта серия. На следующей серии мы с вами это уже пройдем. Это третий уровень. И до четвертой стадии дойдем. Ставьте лайки, подписывайтесь, короче, на мой канал, жмите на колокольчик и пишите комментарии, кое-какие впечатления. И всем вас я попрощаюсь. Бай-бай, дорогие барахолочки.